отступаем! Это ведь моя игра. И правила в ней тоже мои. Еще! Я скоро буду, беги! Нет, Мик, нет! Мик! А создание двойника подразумевает создание точной копии собственного тела, в данный момент времени, которое служит голографическим отражением моей молекулярной структуры, но... Вы же и так знали. Ладно, все. Отдышись. Мы поняли. Разделимся на две команды, я и профессор Локи пойдем с вами. Зачем? Затем, что кем бы ни был этот вариант, мы до сих пор его не поймали, так что возьмем эксперта.